Всем привет! Вы на канале Принцесса Зота. И сегодня мы будем делать мышку на пальчик. О, как круто! Ребята, она будет бордовая? Да, бордовая. У нас такая была рыбка яркая в прошлом видео, ребят. Да. Это у нас будет новый вид мышки. О! Да. А делается она почти так же, как и рыбка, или все-таки что-то есть другое? Она делается точно как и рыбка, только здесь другие детальки. Угу, у нас здесь есть ушки, хвостик. Для начала берем вот такое тельце. Оно напоминает, кстати, большую семечку. Это точно. Да. Потом вот так вот нужно согнуть и склеить. Для начала одну намазываем. Теперь будем клеить. Склеиваем его вот так вот. И все лишнее загибаем, да? Да. Что, мы глазки приклеим сразу? Давайте, глазки первыми будут. Глазки у нас, ребят, готовы в этом видео. Зрачки Кстати, есть. Кстати, вы заметили, что они меньше? Конечно, у рыбки были глазки побольше. Да. Рыбка у нас, ребят, пучеглазая. Может, у кого-то живет домашняя крыска? Пишите комментарии. Можете в комментариях присылать фотографии своих рыбок, змеек, мышек домашних. Будет очень интересно, ребята. Ура! Она открывает. Мы можем опубликовать глазки. Их в наших следующих видео. Смотрите. Кстати, ребятки, вы видели, какой у нас у мышки будет тоненький хвостик? Хвостик мы приклеим попозже, а сейчас проклеим ушки. Уши нашей мышки. Вот такие. Проклеиваем скотчем? Обязательно. Потому что на клее почему-то не держится наш цветной картон, ребят. Мы в том видео об этом говорили, даже немного расстроились из-за этого. Ну что там, принцесса Злата, показывай нам уже что-нибудь. Какая милая мышка, ребята. Какие ушки. Видно, она хотела себе ушки покрасить в белые, а сама остаться бордовой. Вот у нас такой. Тоненький, длинненький хвостик, ребят. Тоненький, очень тоненький. Ну, у мышек же он и правда тоненький и длинный. Тонкий. Ребят, как думаете, лучше приклеить скотчем или все-таки клеем? Давайте скотч. На всякий случай, да, чтобы не отвалился. Смотрите, мы клеим хвостик вот здесь, внутри. Конечно, внутри. Да. На тебе кусочек скотча, можешь приклеивать. Шик. Давайте. Оп. И раз, два, три, хвостик выйдет. Смотри, какой. Какой крутой. Мне кажется, мыша еще круче получается, нежели рыбка, да? Не обижай рыбу. Нет, она... я не обижаю. Она тоже очень милая и красивая, но почему-то, мне кажется, мышка еще помилее. Хотя, кто его знает, да? Ребята, кстати, вы смотрели наше видео с деревянными пазлами. Советую вам посмотреть. У нас там очень красивый ореол и очень-очень спокойная куала. Красивая кала. Скоро появится еще одно новое видео, да? Да. А может и не одно. Будет видно, ребят. Да. Будем клеить вот сюда. Может, под хвостик надень на пальчик. Мы всегда, ребят, надеваем сперва колечко на пальчик и прикладываем нашу мышку. Ну, или рыбку, как в прошлом видео. Давай все-таки или попробуем. Змейку. Или змейку, да. Кстати, кто смотрел видео с рыбкой и змейкой, ставьте лайки. Советую вам клеить вот так вот. Внутрь просунули и приклеили. Смотрите. Ребята, пишите комментарии. Мы ничего не забыли? Мы все мышки приклеили? Что? Ты что-то забыла? Мы же не приклеили ни носик. Сейчас будем клеить. Смотрите. Я свой носик нашла. Берем нос.
на клеевую базу. И ей на носа, вот сюда. Вот, ну теперь вообще законченная работа, да, ребят? Я согласна. Ой, очень красиво ты сейчас руку повернула, очень видно мышку нашу хорошо. И хвостик. Ребятки, змейку я вам показать не могу, потому что я ее подарила сестренке, но зато я могу показать мышку и рыбку. Присылайте фото своих домашних питомцев под это видео, ребята, пишите обязательно комментарий. Да. Ну что, давайте прощаться. Всем пока! Вы на канале Принцесса Золота. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Всем пока! Буль-пи-буль.